Но для начала мы вам представим, не без гордости представим, автомобиль «Желтый апельсин». И мы с руководством фирмы ласково назвали его «Фредлайнер» не «Коламбия», а «Колумбус». И он в точности подтверждает, собственно говоря, это название. Жизнерадостный цвет. Да, но чуть жизни-то не радоваться, если машина вам доставляет удовольствие. И вот я уже практически опытный человек, ну, прекрасно трогаюсь и переключаюсь. А учитывая уровень заработной платы, хороших водил дальнобойщиков, ну, скажем так, можно подумать о переквалификации. Но на Западе это еще больше. Я в действительности ездил на многих американских тягачах. Побольше, чем некоторые. Конечно, американские тягачи для меня это супер. А вот сейчас я курю без денег. А дело-то в 2016 году. Но хоть радость-то, что я вам без цензур показываю правду. Цензур, кстати, много. Тут одна цензура так и говорит мне, что я должен использовать только свои музыкальные подложки. Что я и делаю. Итак, Коламбия. Да, это Мерседес, но попроще. Таких машин в действительности много. И они работают для вас. Ну а пока, маленькая история. Итак, Фрейтлайнер образовалась в 1942 году, как раз в момент войны, потому как надо было перевозить грузы для войны. Конечно, чтобы стало ясно, Фрейтлайнер по сути перевозится как контейнерный грузовой состав. А в таком грузовом составе должен быть мощнейший тягач. Кроме всего прочего, такие составы вы просто не припаркуете. То есть нужна база. Кроме всего прочего, и такое бывает, некоторые составы могут не доехать вовремя. Гололеды и всякая дорожная фигня. То есть вам необходим нормальный спальник. Итак, с 1942 года консолидированная группа машин выпустила свой первый контейнерный грузовой состав. И дело это было в Солт-Лейк-Сити. Уже затем, в 1949 году, они переехали в Портленд, Орегон. И сегодня такие грузовики выпускаются в Смитсоне, в Вашингтоне, DC. Уже затем, в начале 60-х, с моментом расширения и ориентируясь на Канаду, новые заводы открылись в Северном Базеле. Год 1970-й, год кризиса. Топливо закатилось ввысь, и проблемы начались и у White Motor Trucks. То бишь белые моторные агрегаты в Америке все проще, чем у нас, начали затыкаться. Ну и разумеется, зеленые люди, в смысле те, кто хочет дышать, как и мы, чистым воздухом. Так наехали грузовики, вот и нам бы такое, что тамошние машинки, которые производили большие грузовики, заочковали. Но тут и фредики позаботились. Кроме всего прочего, в то самое время дороги начали расти вверх. Блин, когда у нас такое случится, непонятно. И президент Картер разделил тех, кто едет по земле и не по небу. То бишь стало понятно. Опять проблемки для грузовиков. Оба-на! А дальше стало-то круче. В 1980 году Daimler-Benz понял, что ему нужен Фред. То есть агрегат, перевозящий 53-футовые прицепы. И в 1985 году стартовала серия для среднетоннажных грузовиков FLC. И производство началось в Кливленде, Северная Каролина. Дальше стало еще круче. Фреды начали производить в Сантьяго-Тианеску, это Мексика. Дальше купили American LaFrance, производитель пожарных машин со 130-летней историей. Дальше купили стерлинги. И теперь и это Фреды. Дальше купили томасовские автобусы. То бишь, на сегодня это один из самых крутых изготовителей машин. И по сути Mercedes-Benz рулит миром. Вот для Европы только Цешка. Все остальное в Америке, в Азии, в Австралии. Ну естественно, грузовики в Европе тоже Mercedes. И это круто, и это Daimler. Молодцы, конечно. Просто молодцы.